Я так рада, что мы переехали. Да, я тоже. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя и детей, да? О, нет, он снова играет с воображаемым другом. Что ты делаешь? Не поможешь разобрать коробки? Тони говорит, не, нифига, я тебе не раб. Мне кажется, или его друг чернокожий? Мы только недавно переехали, я подумал, может, ты включишь нас в список своих клиентов? О чем ты? Ну, типа, стрижка газонов, прополка. Ты это серьезно? Я вообще-то живу тут. Какого? Опять та же хрень. Я спрячусь, а ты должен найти меня до 3 часов. Ага, попался. Какого? Вот чего ты хочешь? Тебя меня не убить! Зачем ты это сделал? О, господи! Нельзя же так кидаться на братьев. Ну уже, детка. Блин, ну не знаю, похоже, он боится входить в дом. Заходи, Шуля младший. Не знаю, что это. Звони 911, скажи, что пес белый! Скажи, что пес белый! Убирайтесь! Тише! Мой кузен! Кузен! Нужно позвать священника и провести обряд экзорцизма. Я знаю одного. Правда, у него нетрадиционный подход. Приступ! Что хочет мохито? О, у черного парня пушка. Нужно жертвоприношение. Что за чертовщина? Ты хочешь избавиться от демона? Ну как дела, цыпа? Твое здоровье. И твое. Все, что тебе нужно, это впустить их. Ты имеешь в виду демонов? Хуже. Кардашьян. Они добрались до Ламара. Они добрались до Канье. Нет. Они придут и за тобой.